Авария произошла около 11 часов на перекрестке улиц Неводчикова и Кузнецова. Дорога здесь делает поворот, и рядом с ним находится пешеходный переход. При несоблюдении скоростного режима и невнимательности возможность совершить наезд на переходящих улицу пешеходов здесь весьма велика. Водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть слева направо. В результате водитель совершил наезд на женщину 1956 года рождения. Пострадавшую доставили в Великоустюгскую ЦРБ. Максим Тятов, Антон Кагев, телеканал «Русский Север».